Всем доброго времени суток, с вами снова я, Иван Сусанин, и мы попали в ситуацию крайне тяжелую. Я не знаю, что будет сейчас дальше, каким образом мы будем проходить дальше вот этот квадрат, квартал, как он называется, это место, Интерно по названиям. Я думаю, что вот этот путь, но боюсь, что... Нет, двойной прыжок. Один прыжок только, одиночный. То есть я далеко прыгать не могу. Это напрягает. В общем-то, как тут перепрыгивать, а? Кто может мне подсказать, как перепрыгнуть здесь? Блин. А, о, тут есть обход. Это радует. Есть обход. Давайте поищем, попробуем обойти. Это с этой стороны. Там какой-то дом, да? Похоже. Непонятно. Ладно, пройдем здесь. Воу. О, вот это тут как раз баллон двойной. Он будет очень кстати. Блин, тут вообще страшно. Так, здесь больше ничего нет. Ну вот, реактивный ранец у меня в руках. И теперь я могу довольно легко и просто добираться дальше. Никаких новых знаний я не получаю. Хорошо. Сейчас будет прыгать очень легко. Гораздо легче, чем было прыгать раньше. Да, это можно было предположить заранее, но... часть острова. Ну, если есть такие территории, то я думаю, что все-таки где-то жизнь на этом острове все-таки есть. У меня теплится надежда, что все-таки жизнь здесь не до конца погибла. Да уж, тепло, это точно, очень тепло. Так, наверное, надо будет все-таки перепрыгнуть. Оп, тяжело, на самом деле. Так, а что дальше? Что дальше? О, там знание новое. Новое знание. Очень интересно, знаете, что там? Обсидиан. Это вулканическое стекло подтверждает недавнюю вулканическую активность в этом регионе. Я всегда поражаюсь глубокому черному цвету обсидиана. Еще более удивительно найти его на планете вне Солнечной системы. Я вообще не знаю, какая это система. И где мы находимся? В параллельном мире. Ну, не в параллельном, а где-то далеко за много лет. Потому что мы были в скафандрах и летели, да? Насколько я помню, поначалу этой сюжетной линии. Он рассказывал, как они несколько лет летели, то есть они на самом деле они летели, но у него возникло сомнение, что их просто обманули, и на самом деле это была Земля. На самом деле никакая не Земля, вы сами можете это наблюдать. Ладно, немножко запутанно я начал вам тут объяснять. Проще просто посмотреть, просто посмотреть начальные серии, которые я записывал. И сегодня мы продолжим наше путешествие дальнейшее. Вау! Что дальше? Оп, прыжки. Вау! Фу. Как все-таки скверно. Жестко. Туго. Тяжело. Идем дальше. Здесь, в общем-то, я вот сюда, да, наверное. Так, кажется. Ну, если осмотреться здесь, вообще не видно ничего. Там что-то есть. Понятно, что это. Дойду до вулкана, до вершины вулкана или нет. Давайте сейчас попробуем что-нибудь сделать. Да, с такими прыжками, я думаю, далеко я могу уйти. Так, это электростанции. Скорее всего, где-то здесь была рядом недалеко электростанция. Вон там стоят столбы. Давайте перепрыгнем вон туда. Ох, чуть не упал. Фу. Смотрите, как получилось-то. Да, довольно проблематично перепрыгнуть все эти вершины. А, тут надо в обход идти, скорее всего. Хорошо.
знает, куда идти дальше. Вау. Ну, попробовать перепрыгнуть туда. Давайте попробуем. Чем черт не шутит? Вау, сгорел. Сгорел нас заживо. Прямо заживо сгорел. Так, ну что ж, нужно что-то придумать. Здесь перепрыгнуть не так-то просто. Так, откуда я пришел? Я пришел с этой стороны. Мне нужно идти в ту сторону. В ту сторону, но не совсем понятно куда. Блин, запутанная ситуация. А, вот. Кажись, туда идти. Или я оттуда пришел? Что-то я потерялся немножко. Но я знаю, что я пытался сейчас перепрыгнуть вон в ту сторону. Это было не очень умно. Наверное, вон туда надо прыгать все-таки. Давайте попробуем. Опс. Все хорошо. Опс. Да, почти зажарился. А дальше-то что? Блин. Ау, сгорел. Офигеть. Ну что ж, путь дорожка у нас не сахар, это точно. Сейчас я попробую еще раз пройти вот этот участок. Фух. Тяжело, тяжело. Чуть не сгорел, говорит, там, да, и на самом деле сгорел. Оп. Перепрыгнули. Оп. Как кузнечик, как сайгак. Оу! Блин, а тут... Тут, скорее всего, туда надо запрыгивать, да? Давайте попробуем. Вау! В полете нельзя. Блин. Что же делать? Где-то я потерял путь дорогу, да? На самом деле я вот отсюда пришел. Я пришел вот отсюда. Да? Перепрыгнул вон с той стороны. Или нет? Так, давайте попробуем вот сюда вот пройти. Если в эту сторону дороги нету, значит она едет в другую сторону, да? Вот тут уже начинаются какие-то тупички, начинаются уже проблемы, в какую сторону пробираться, и уже сомневаешься, куда можно тут добраться. Ладно, прыгаем сюда. Все, туда же, в ту же сторону. Чуть не перепрыгнулся. Фу. Все хорошо. Благо, все хорошо. Так. По-моему, я пришел вон с той стороны как раз. Не совсем я понимаю, куда идти-то дальше. Даже дальше-то идти, если тут нельзя. Если тут нельзя, дальше просто выхода нету, а? Блин, что же делать дальше? Запутанная ситуация. Может, вы что-нибудь посоветуете, а? Ребят, видите, как тут сложно, в принципе, перепрыгнуть. Так, сюда я не могу. По этой стороне туда я тоже не могу. И сюда я не могу. Давайте еще раз попробуем. Рискнем своим здоровьем. Нет, сгорает. Сгорает. Здесь он не может перепрыгнуть. Это точно. Не он, а я. Давайте тогда попробуем пройти другим путем. Если я шел с той стороны, значит можно как-то пройти в ту сторону, что ли? Вон там. Там что-то. Переправа или нет? Давай попробуем сюда. По-моему, это то самое место, куда и надо. Или я отсюда пришел наоборот? Я вообще уже запутался. А, гейзеры, смотрите. Тут появляются гейзеры. Это уже... Вау! Интересно. Гейзеры. Смотрите, как они... Гейзеры даже не простые, а... Они сделаны из... Воу-воу-воу! Хорошо. Слабо. Это с чего они сделаны?
чуть не поджариваюсь я здесь. Вот здесь я перейду. По-любому перейду. Да, додумываться приходится очень сложно, проблематично. Пушки вот эти все. Вау! Ладно, хоть не разбился я, да? Здесь, похоже, есть вышка. Хотя бы до вышки дойдем. Я думаю, что это будет нашей одной из задач. Дойти до этой самой вышки. А дальше? Дальше поднимемся наверх. Сколько я понимаю? Вот так. Давайте попробуем. На свой... Страх и риск! Вау! Это что такое было? Так, ну вот, ладно, я хоть отсюда стартую. Блин, а дальше-то как? Я вижу вот леса, от них можно отпрыгнуть. Давайте попробуем. Вау, 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 перепрыгнул, перепрыгнул, не туда, не туда, не туда, не туда. Вау, смотри, я перепрыгнул. Как ни странно, да? Не ожидал я от себя такой ситуации. Такого качества прыжка. Хорошо, мы перепрыгнули и проходим дальше. Теперь нас уже не так волнуют эти самые гейзеры, и больше волнует этот зеленый мох, вот этот, который опять ведет нас куда-то дальше, куда-то вперед, я не знаю. Так, а дальше-то куда? Похоже, вот по этим камням нужно будет подниматься куда-то наверх. Но как туда пробраться? Что с ней случилось? Помоги, подними. Ничего не понял. Наверх. Как наверх? Так, сейчас нам придется очень сильно долго прыгать. Вау, наверх. Я думаю, что наверх мы будем прыгать уже в следующей серии. Не все сразу. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Всего вам доброго. Пока.